Владимир Сулейман на момент своего первого ареста в 16 лет совершил 13 изнасилований. Получил 8 лет, вышел через 4 по УДО и через пару лет принялся за старое. Только теперь он нападал и бил девушек молотком по голове, потом насиловал и грабил. На его последней жертве был шиньон, который смягчил удар. Буквально на следующий день она увидела маньяка в больнице. К моменту появления милиции он скрылся, но осталась его медкарта. По ней он и был опознан. Сулейман был задержан, ничего не отрицал и не раскаивался. О мотивах своих преступлений что-то вразумительное сообщить не смог. Был приговорен к высшей мере наказания, приглашение приговора, плакал и просил о помиловании. Был расстрелян в ноябре 1968-го. Маньяку было 22 года.